что, мои дорогие, вот в такой весенний, практически шикарный день с солнышком, с капелью, пришла страшная весть. Сегодня умерла мама моя. Ну, что говорить-то? Ну, что вот скажешь? Что скажешь? Меня так тряхануло. Мне стало так плохо. Я не могла целый час понять, что происходит. Померила сахар. Сахар 15, температура 38,5. В общем, сразу все. Самое обидное, что я даже не смогу ее поехать похоронить. Потому что я, у меня Саша с Даней коронавирусом болеют, и я сообщила в больницу, что у меня контакт с коронавирусом, и я просто по закону не имею права никуда ехать. А теперь еще и температура эта поднялась. В общем, вот так вот. Не дожила мама 2 месяца до 85 лет. Ой, ну, это я сейчас уже таблеток напилась и, ну, сами понимаете. Да что ж мы дожили до чего, а? Хоронят, как собак в целлофановых пакетах. Господи, не поехать мать родную похоронить. Да я бы и с температурой поехала, но я тоже головой понимаю, что нельзя этого делать. Сестра говорит, подожди, вот к весне будет потеплее, приедешь. Ну, блин, ну как вот это? Боже ты мой, а! Господи, я говорю, вот дожили, да, как в Библии сказано, и живые будут завидовать мертвым. Мне кажется, это уже вот прям все. Так что, мои дорогие, я не отвечаю сейчас на комментарии. Поймите меня и простите, ладно? Пожалуйста. Мне очень плохо, мне. Но вам я желаю только хорошего. Держитесь, выживайте. Дай Бог всем здоровья.